Вот, бабуля, твои внучки придумали, как сделать елку из остатков туалетной бумаги, из рулончиков, которые в конце остаются. Они сделали елочку и мышку. Придумала Диана. И сделали все вместе. Привет, Диана. Привет. Мышку мы в школе сделали, а вот это я придумала. И мы сделали все вместе, чтобы была общая елочка. Да, красиво получилось. Всем привет, привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. И, мои дорогие, спасибо вам за комментарии, за поддержку. Вот, я, конечно, извиняюсь за качество своего видео, но на самом деле, вот смотрите, у меня нет такого места большого, вот мне приходится заливать здесь. Да, я уже камеру и так ставлю, все равно тень падает. Это я потому что снимаю вечером. Когда я снимаю днем, все нормально, но когда я снимаю ночью, у меня, значит, вот такая вот, ну, тень попадает на эту камеру, на холст. Вот, ну это ладно. Дорогие мои золотые, сегодня я вам покажу, как сделать Клоди эффект. Вот у меня есть такой холст, да, который я брала для, ну, в этом, для глиттера, я делала глиттер на нем, да, он такой деревянный. Ну, у меня нет сейчас таких других холстов, и мне пришлось взять вот этот холст, просто для того, чтобы вам показать. Вот, я уже сделала одну такую заливку, я вам сейчас покажу. Смотрите, сейчас я вам покажу, и вы увидите. Смотрите, какая получилась красота, я могу сказать, да? Смотрите. Вот. Значит, у англоязычных сайтах, да, у них есть, они используют такую белую краску, DecoArt, по-моему, да, Satin Animal, по-моему, так называется, я точно не помню. Вот, но это белая краска, которую добавляют во все краски, потом она получается вот с такими вот эффектами, видите, да, вот такой эффект, да, это у них, как типа облачное облако. Вот, видите, вот так. Вот, но это на англоязычных сайтах, да? А я, значит, проэкспериментировала вот этот холст, увидела вот эту красоту и сказала, ну, вот то, что у меня были, значит, замешаны краски, но я уже не буду другие краски, вы уже сами можете потом сделать какие-то другие краски. Я решила вам показать, мои хорошие, смотрите. Что теперь у нас на канале будет? Значит, ну раз нет у нас DecoArt, мы не можем, я на самом деле тоже не могу его найти, хотя я все уже смотрела везде, да, но это надо выписывать, я не могу пока выписать сюда. Вот, и смотрите, что я опять использую сегодня, это мое волшебное 1, 2, 3, вот, видите, да, это 1, 2, 3, пример, вот видите, вот такой пример, который я использовала вчера. Вот эту краску сейчас мы будем использовать вот в этой заливке. Это первое. Второе. Краски у меня уже размешаны, а размешала я их, смотрите, значит, вот так вот. Вот видите? Вот такая вот у меня. Ну, они такие нормальные, как вот с клеем ПВА, правильно? Но смотрите, что здесь, в этих красках. Значит, мне привезли Оватрол, две бутылочки Оватрола. И вот, чтобы сэкономить этот Оватрол, я могу там потом, если у кого-то будет возможность купить его, у меня есть рецепт, как я его делала. Я, может быть, если не удалила с телефона, то я вам его скину сюда на YouTube. Значит, я делала так. Я смешивала 300 грамм Оватрола, ну, этот флоритрол, да, называется он. 300 грамм Оватрола, дай бог памяти. 200 грамм, 200, значит... грамм я добавила клея ПВА и 100 грамм я добавила медиум. Любой медиум, который у вас есть, вот Pouring медиум, там Liquidex медиум, ну любой медиум. Грамм 100 вы можете добавить. Все это я размешала и получила вот такой вот, ну как бы, сейчас я вам покажу, куда я его делала. Вот, я залила вот сюда, ну вот в эту бутылочку, да, и получила медиум. Вот, он такой жидкий, не густой и не густой, да. И еще я добавила где-то около
400 или 500 на глаз, посмотрите, 400 грамм или 500 грамм воды вот на все это. Ну, как бы, вот если у меня был вот так вот, да, вот так где-то было все, то я до конца добавила воды. Вот я не знаю, сколько тут получится. Грамм 400 вот так где-то вода. И вот у меня была полная бутылка. Вот, я посмотрю, если осталось это видео, я вам покажу его. Теперь смотрите, у меня есть тут размешанные цвета, да. Я размешивала вот фиолетовый, голубой, розовый и зеленый. Вот. Все одинаковые, вот одинаковые, видите, немножко вот, как они тянутся, вот они. Вот, и вот я сейчас хочу вам показать, как я добилась вот этих cloudy effect, называется, облачный эффект, да. Правда, вот этот синий мне, наверное, не нужно будет добавлять, потому что мне не понравился там. Как-то он и зеленый как-то. Ну ладно, я все равно добавлю, только вы потом уже сами разберетесь, какие цвета захотите, вы можете сделать. А я пока сделаю вот это. Теперь смотрите, что мы делаем. Вот это вот у меня есть, да? Я сейчас немножко хочу... Сейчас я посмотрю. Может, я немножко сюда перелью, потому что мне было удобнее. Вот. Чтобы вам видно было. Прямо с баночки я переливаю сюда. Это для того, чтобы... Ну, вот это уже новое что-то я решила добавить. Все остальное я сейчас залью сюда. Так, теперь вот смотрите, что мы делаем. Значит, у меня есть вот такая вот... Стаканчик вот такой. Я начинаю добавлять. Сначала я добавлю вот этот белый. Я надеюсь, что вам всем там видно. Потому что камера... Ну-ка я поближе ее вот так поставлю, чтобы я видела. Опять сейчас буду передвигать эту камеру. Опять скажут, почему передвигаешь. Вот смотрите, я добавляю, значит, немножко вот этого белого. Вот. Вот столько я добавила. Дальше. Начинаю добавлять вот розовый. Буду добавлять так, чтобы вам было видно. Так, розовый. Вот. Дальше, вот смотрите. Опять немножко добавлю белого. Чуть-чуть совсем. Дальше добавлю, наверное, сейчас. Все-таки не хотела добавлять, но добавлю синий. Вот, добавляю синий сюда чуть-чуть. Так, добавляю опять немножко белый. Можно делать вот вообще без белого. Это вот я сейчас опять же экспериментирую. Вот ту картину я делала вообще без белого. Я просто заливала ее на белом, да? Я не добавляла. Но вот сейчас я хочу еще раз для себя просто проэкспериментировать. Посмотреть, как она у меня будет смотреться. Вот. И заодно я сама посмотрю, что... Это я тоже экспериментирую. Теперь я добавила зеленый. Можно чуть больше, наверное. Так, зеленый. Дальше опять добавлю немножко вот этого белого. Это вот эксперимент у меня такой. Да? И сейчас добавлю вот этот фиолетовый. Вот, фиолетового чуть больше. Все. Вот у меня вот так получилось, видите? Вот. Теперь все, мне это уже не нужно. Вот, добавлю сюда все. Так, 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 так. И все. Теперь еще сюда добавим вот этого, значит, белого, да? Вот так. Видите, пузырьки. Ну, это вот когда смешиваешь, вот так вот пузыречки получаются. Ну, это ничего страшного. Так.
Не знаю, хватит, не хватит, но здесь уже так и так осталось мало. Может, я сразу все и солью вот так. Так, все, это все. А теперь смотрите, как я буду делать. Вот, я взяла вот эту вот, значит, кап. Я просто буду заливать ее вот так. Мне, правда, неудобно. Я хочу, чтобы было вам видно. Так, наверное, поставлю, чтобы мне было удобно. Надеюсь, что вам видно. Да. Вот я просто заливаю. Даже думаю, что это много, но ничего. Я просто залила вот так. Вот так. Все. А теперь смотрите как. Мы его просто сливаем. Сейчас отодвину немножко. И вот мы пошли сливать. Так, сначала в одну сторону. Давайте чуть-чуть сюда еще. Так, ну вот, вроде все. Сейчас я в обратку сделаю ее. Так, сейчас возьму. Правильно. Немножко сюда солью. И вот вам Клоди эффект получается. Вот сейчас немножко постоит, да, и вы посмотрите, какие оно даст вот такие белые пятна. Это уже не на полуакрилик, а вот именно на флоритрол, клей ПВА. Я думаю, что и клей ПВА получится вот на этой. И самое интересное, что вот видите, пригодилось. Вот если делать на большой холст, то, мне кажется, будет очень интересно. Но я пока не хочу делать большие холсты. Надеюсь, что вы меня понимаете. У меня их очень много уже. Вот, у меня там есть... Мне надо, если честно, подготовиться к выставке, да. Мне, значит, я теперь у нас состою в членстве клуба, значит, Garden Club, где я была. Вот, меня взяли туда. И у них будет выставка в марте месяце. Вот они, значит, предложили мне, чтобы я поставила несколько картин. И дай бог, конечно, чтобы я успела все это сделать. Мне надо сделать море. Ну, как бы воду, вода. У них тема вода такая. Вода должна быть. Море, там что-то связано с водой. И вот я хвалюсь вам. Значит, если я успею, я поставлю на выставку мои хотя бы несколько работ. Ну вот все, смотрите. Вот, видели? Вот вам Клоди эффект. Вот я даже, если бы я не добавляла белый, может быть, он бы был бы как там. Но он и так получился таким, вот видите?
Вот сейчас еще чуть-чуть можно вот протянуть вот так. И вот что у меня получилось. Я вот сейчас отложу, и вот эти белые все опять выйдут. Видите, вон выходит вот, вот так. И будет вот так вот мне. Очень интересно, без никаких, значит, разных вот этих красок, которые нам нужны, да, вот этот белый. На самом деле его выписать, это очень сложно, даже для меня, я не знаю, как здесь это выписать все. Вот. И вот теперь я нашла вот такой метод. Буду делать на большом, и мне кажется, что если просто сделать голубой и белый, и тоже вот как будет как облака и небо, вот мне так кажется, что если не добавлять зеленый там и всякое такое, мне кажется, будет красиво. Ну вот мои золотые, я вам показала вот такую вот интересную технику, видите, да? И это все у нас флоритрол, клей ПВА смешанный, значит, да? И что еще там было? Так, медиум у нас смешанный. Я попробую найти там, где я записывала для, специально, да, как я это делала, и выложить вам, если вам будет интересно. Вы мне напишите, если вам интересно, у кого есть аватрол или флоритрол, чтобы сэкономить, потому что он тоже дорогой, дорогущий прям очень, вот то можно его просто смешивать с клеем ПВА. И тоже получается очень даже интересный, вот хороший. Хорошие такие интересные цвета. Дальше, что еще хочу сказать. Я проэкспериментировала много. И с клеем ПВА. У меня очень много клея ПВА так и осталось. Да, я сейчас пока не пользуюсь ей. Но не ими, да. А знаете почему? Потому что на самом деле, сравнивая картины, если я пробовала делать медиумом, ну, вот, конечно, он дорогой. Медиум и клей ПВА, естественно, на клей ПВА темнеют картины. Они у меня темнеют, но не совсем прям темные, да, но эффект не как от медиума. Медиум очень хорошо смотрится, и картины остаются так. Вот даже флоритрол тоже, он красиво цвета показывает, видите? Вот как что-то интересное получилось, между прочим. Сейчас я с вами пока разговариваю. Что-то тут кто-то появился у нас. Вот, смотрите. Так. Ой, а интересно получилось. Смотрите. Какие-то изображения, что ли. Ну, в общем. Вот такая вот заливка получается у нас с вот этим Rust-Oleum 1, 2, 3. Вот сейчас я это отложу. И посмотрим, как она будет дальше. Так, вам видно, я надеюсь, да? Да, вам видно. Я вот не пробовала делать. Смотрите, ну вот еще раз покажу. Вот он, 1, 2, 3. Вот такой вот. У меня вот он уже закончился. Ну, ничего, это еще. Еще можно использовать, что там осталось. В общем. Вот смотрите, как видите, вот. Появились вот эти белые, вон еще появляются. А сейчас давайте-ка, я не пробовала, но сейчас попробую. А, где? Мне надо было попробовать еще, знаете, что сделать? Куда я ее делала? Она рядом прям со мной стоит, а я ее не вижу, видите, да? Ну-ка попробуем вот так, горелку. Хотя не думаю, что она что-то даст. Попробуем. Не, ничего пока не дает. Ну вот появляется, видите, эффект такой вот. Клоди эффект. Интересно, интересно. Ну все, мои золотые, вот я вам показала две картины. Вот именно с этой краской, видите, да? Сейчас еще вот эту вам покажу. Вот. Чтобы вам было видно. Вот, две картины, видите? Вот такая. И вот такая вот. Так. Получилось очень даже интересно. Вот. Это первая, а это вторая. Так, а теперь всем пока-пока, мои хорошие. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь каналом. Вот, пускай нас видят больше людей и подписываются. Всем новым подписчикам большое спасибо, что подписались и смотрите меня. Вот, и сейчас я это, вначале я вчера сказала, но так и не выложила видео, потому что получилось то видео длинное.